мы создали счет благотворительный и переведем туда, и будем переводить туда на деньги, я имею в виду и члены правительства, и вас попрошу посмотреть и принять аналогичное решение. Это все действительно добровольно, никого заставлять не нужно. Лично я переведу не однодневный доход, сейчас об этом речь идет в основном среди членов правительства, министерств, я переведу месячный свой заработок в этот фонд. Но еще раз, это индивидуальное решение каждого, так сказать, на каждый пусть принимает решение в этой части самостоятельно, плюс я обращаюсь к бизнесу тоже подключиться к этому. Та экстренная помощь, которая необходима нашим людям, которую мы по каким-то причинам не можем оказать через службу соцзащиты, будем оказывать через эту структуру,